сентября 2021 года Новосибирской региональной общественной организации «Гильдия молодых библиотекарей» реализуется проект «Мультсибирь» с использованием гранта президента Российской Федерации. Проект направлен на ознакомление подростков, проживающих в Новосибирской области, с историей, достопримечательностями родного края, средствами мультипликации. В рамках проекта создана сеть из 6 мультстудий на базе Новосибирской областной юношеской библиотеки и центральных библиотек Качковского, Черепановского, Маслянинского, Карасукского районов, города Куйбышева, где действуют филиалы гильдии молодых библиотекарей. С декабря 2021 года в мультстудиях проводятся занятия по сибиреведению и мультипликации. Занятия по сибиреведению, посвященные истории, достопримечательностям сибирского региона, именитым сибирякам, проводились в онлайн-формате с участием известных новосибирских краеведов, историков, писателей, ученых. Так участники встретились с писателем, главным редактором журнала «Сибирские огни» Михаилом Николаевичем Щукиным, писателем, краеведом Владимиром Викторовичем Шамовым, старшим научным сотрудником Новосибирского краеведческого музея Натальей Алексеевной Мининой, доктором исторических наук профессором Андреем Павловичем Бородовским, доктором исторических наук профессором Владимиром Александровичем Зверевым, журналистом, писателем Дарьей Бехтеневой, заведующим музеем железнодорожного района города Новосибирска Алексеем Сергеевичем Авдеевым, хранителем фонда Музея истории архитектуры Сибири Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени Андрея Дмитриевича Крячкова Сергеем Владимировичем Филоновым. Всего пополнили свои знания о сибирском регионе более 1200 человек. В марте 2022 года завершил работу первый набор мультстудий. 75 молодых людей с 12 до 18 лет попробовали себя в качестве художников, сценаристов, режиссеров, операторов, актеров озвучивания. С января по март создано 9 мультфильмов о родном крае. «Хранительница степей» – Карасукская мультстудия. «Как город мой образовался и Черепаново назвался» – Черепановская мультстудия, «Легенда о солнце», «Катунь», «Город Н», «Однажды в зимнем лесу» мультстудия Новосибирской областной юношеской библиотеки «Сибириус». Сказ о том, как жизнь течет и время меняется. Качковская мультстудия «Жираф». В страну Маслянинскую. Маслянинская мультстудия «Смешарики». 300 лет тому назад. Куйбышевская мультстудия «Каинские мультяшки». Мультфильмы доступны для просмотра на YouTube-канале Новосибирской областной юношеской библиотеки и на странице проекта. Мультстудии приняли участие в открытом детском фестивале мультипликационного кино «Наливное яблочко. Город Бирск» и Всероссийского фестиваля молодежного и семейного экранного творчества «Мультсемья-2022. Город Новосибирск». В марте-апреле 2022 года работал мультдесант в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования сел районов участников и в городе Новосибирске. Программа мультдесанта включала презентации и обсуждения созданных мультфильмов, встречи с их авторами, мастер-классы по мультипликации. Участниками мультдесанта стали 1400 молодых людей. С апреля в мультстудиях начал работать второй набор.
Желающие принять участие в создании уникальных медиапродуктов мультфильмов о Сибири могут стать участниками проекта. Записаться можно на странице проекта infomania.ru или позвонить по телефону 210 12 04. Добро пожаловать в мульт «Сибирь».